Если тебе перетереть что надо, вон тебе пахан.
Никитись, пацаны! Ну чё тупим? Всё, похудели! Слышь ты, Тускан, ты запарил уже стволом размахивать? Кореш, мне сейчас не до тёрок!
Слушай, у меня дел по горло. Говори давай. Пить как охота. Эх, квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибало. Неохота мне за хабаром сегодня блестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толком. Хватит уже инструмент ломать, если не умеешь. Слушай, я нервный. Чё ты тут из себя рыбу корчишь? Бля, раздавить бы сейчас ампулку на двоих. Или к шеше какой-то завалиться. Я чё избаться?
чего хорошего. Так ведь нет. Ах, неохота мне за Хабаром сегодня пристись. Сейчас бы дома оказаться. В кабачке. Да с книжкой толпал. Привет, брат! Слушаю тебя! А вот такое вам как? Ну, здорово. Еще. Oh.
Да, вот и поговорили. Ну все, крышка тебе! Ну, привет! Стеснялся, что ли? Сапожище хреновое подсунуло.
Приветствую, сталкер. Что-то починить. Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай. Я что, за тебя говорить должен? А я-то думал, стоит только выжигатель пройти. Где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак! Вот дурак! Ну знаешь же, везение свое идиотское. Артефакты, как же! Одни тропы нехоженые и твари некормленные. Пожрать бы чего хорошего, так ведь нету.
Застеснялся, что ли? А вот такое вам как?
опасность кругом сплошная. Слушаю тебя! С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Вертела с горчащей, сочной. Да, настроение хуже не бывает. И гнусь кругом сплошная.
Так, короче, ты долго еще молчать будешь? Иди, бугру по ушам катайся, а мои не казённые. Какого я сюда полез? Скачковал бы себе по-старому на районе, и все. Раздавить бы ща ампулку на двоих. Или кш... Ну давай уже, не телься!